Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Примеркаваныя да дня перамогі урачыстасці з удзелам супрацоўнікаў следчага камітэта прайшлі сёння ў Лоеве. У Гомельскай вобласці пражывае больш як 1700 ветэранаў Вялікай айчыннай вайны. Сёння ў Доме прафсаюзаў ушаноўвалі пераможцаў конкурсу прафесійнага майстэрства «Гомельскія майстры 2017». У отраде милицейского спецназа прошли квалификационные выпробования на право ношения черного берета. И больше подробязно об гэтым не только. Урочистый вынос стяга, принесение присяги, уручение офицерских погонов и митинг реквием. Сегодня у Лоеве следший комитет провел широк мероприемства у примеркованных до дня перемоги. Пераемность поколений и захование историчной памяти у материале Олега Сенцерова. Подчас проведения святочных мероприемств это обовязковая, але от этого не меньше урочистая процедура, вынос державного стяга и стяга следчего комитета, а так само штандарта славы и войскового гонору Лоева. У Кастричника 43-го городский поселок опанулся у эпицентра Великой Отчины. Менавіта отсюль почалось вызволение паўднёва-ўсходніх районов Беларуси. Для молодых супрацовников следчего комитета тыя падзеі не только история, але и приклад служения радзіме. Катерина Жукова у 2015-м закончила Гомельский державный университет. Амаль 2 года служила вольнонаемной. Сегодня следчая Гомельского городского следчего комитета упэўнена, и она знайшла свое призвание. С самого детства я всегда мечтала служить в правоохранительных органах. Осознанно поступила на юридический факультет, закончила университет и пошла работать в ряды следственного комитета. За все время прохождения своей службы я ни разу не пожалела, так как выбор был мой осознанный. Клянусь оборонять права и свободы громадян, интересы громадства и державы, змагаться с любыми порушениями закона, кто б их не здейснил. Для того, как прочитать весь текст присяги, необходимо 35 секунд. Олег, это именно те секунды, которые поделяют жизнь на до того и после. От их деяний теперь будут залежать лёсы инших, а тому уголовное потребование до следующих звышь отказность, при том, что им самим легкой службы никто не обещает. Работа следователя предполагает не 8-часовой рабочий день, а и ночью, и в любое время суток он обязан выбыть на место происшествия, обязан осмотреть, дождь это, слякоть, жара, неважно. Ну и, конечно, в какой-то степени это сказывается и на семью. Не всегда получается уделить семье именно в то время, когда она нуждается в внимании. Может быть, и количество такого внимания невозможно уделить. Разом с принятием присяги до дня перемоги во управлении следчего комитета по Гомельской области примерковали и еще одну подею. У 43-м на Лоевском плацдарме отремливали узнагороды героя Великой Отчины. Зараз медали за бездокорную службу уручаются лепшим следчим. Еще одна отзнака – новые офицерские погоны. Капитаны становятся майорами, майоры – подполковниками. Загадом начальника следчего комитета Республики Беларусь, дум супрацовникам Гомельского управления присвоены специальное звание керующего состава подполковника юстиции, офицерам застается пожадать дальнейших службовых поспехов и, коли перефразовать ведомую приказку, нагадать дренный той подполковник, який не марит стать генералом. Монумент славы гонор вызволителей у Лоеве открытый в 1966-м. В 2015-м его реконструировали. В рамках мероприемства следчего комитета сюды ускладаются вянок и кветки. Хвилина молчания под гуки метронома и трехразовый залп салютной группы. При вызволении Лоевщины загинули больше 11 тысяч червоноармейцев. Для сравнения, практически столько же человек живет на территории района сегодня. День присяги для удельников урочистости в выходные. Можно послушать выступления артистов, попробовать традиционную солдатскую кашу и сфотографоваться на память. 4 мая 2017 года – еще одна знакомитая дата у истории управления следчего комитета Республики Беларусь по Гомельской области. Олег Сенцеров, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Злоева. У областным центре 9 мая пройдет традиционная громадянско-патриотичная акция БРСМ «Гомель памятая». У 20:30 на аллее героев молодь запалить больше, как 500 лампадок. И они станут символом памяти про тех, кто воевал за мир для будущих поколений. Акция закликана выховывать у подрастающего поколения поважливое ставление до истории, героичного минулого своей родимы, подвигов ветеранов Великой Айчинной войны. У завершения мероприемства молодь выкладе лампадками лишь 72, якая символизует колькость годов, что прошли после героичной перемоги нашего народа у Великой Айчинной войне.
У Беларуси зараз проживаются маля 12 тысяч ветеранов Великой Айчинной войны, из яких у Гомельской области больше, як 1700. По даденных на початок этого года у нашем регионе живут 8 героев социалистичной працы, узнагородженных за самоданную працу и бездокорную воинскую службу у тыле у ходы войны. Членами семьи у загинувших воинов и партизан являются свыше 700 человек. Былыми вязнями фашистских концлагеров, турмов, гетто признаны больше, як 17 тысяч жыхароў республики, из яких у нашей области проживает 3900 человек. Во всех населенных пунктах краины регулярно проводятся обследования умов життя ветеранов, членов семьев загинувших у годы войны, одиноких пожилых людей. Выявляется их потребность у разных видах допомоги и оказывается необходимая подтримка. Сегодня у Доме профсоюзов отбылось ушанование переможцев областного конкурса «Гомельские майстры 2017. Мероприемство проводится что год областным объединением профсоюзов совместно с Союзом наймальников. Все лето областный конкурс «Гомельские майстры» прошел у 7 раз. У финал трапили 56 представников самых разных профессий. Работники разных галин экономики и социальной службы, водители и машинисты, продавцы и архивисты, многие иншие. У этом списке и люди, которые попереживают трагедии и ратуют жизни, часом рискуючи собой. Чувства, конечно, радостные. Заслуги здесь не только мои, здесь заслуги это всей спасательной станции города Рогачева. Ориентир – это не то, чтобы само спасение, это предупреждение несчастных случаев на воде, на льду. Только беседы, работа с детьми, с родителями, с трудовыми коллективами. Только вот эта работа оставляет нас без работы. То есть, если водолаз не работает под водой, значит, он работает вдвойне. Основная мета областного конкурса профессийного майстерства – повышение престижу человека працы, а так само пропаганда деятельности працовных коллективов и профсоюзных организаций. А само споборництво – черговое подтверждение. Человек працы в нашей краине користается великой повагой. У лику переможцев – лепшие из лепших. Усе яны отримали дипломы, грошовое узнагородження и нагрудный знак «Гомельский майстер 2017». Лучшие из лучших в профессии, которые вложили не только свои профессиональные знания в свою работу, популяризируя свою профессию, руки, опыт, но и душу, частичку своей души. Каждый раз, когда проводится такой конкурс, это престиж, это признание своего труда, потому что нет ни одного равнодушного к оценке своего труда. И у протяг темы працовных досягнений. Гомельский педагог и телеведущий, керавник клуба интеллектуальных гульняв «Белая рысь» Леонид Климович отримал медаль за працовные заслуги. Узнагороджение проходило у Палацы Республики у Минску. Сегодня до веншаванию долучились коллеги и сябры. Высокая узнагорода – признание за шматгодовую працу и профессионализм. За четверть стагодия основания клуба «Белая рысь» у областным палаце творчести детей и молоди выховали не одно поколение знауцев, а сам клуб отримал премию спеціального фонду президента Беларусі і быў прызнаны клубам 20-годдзя на юбілеі Беларускай лігі інтэлектуальных каманд. Харызматычны педагог з Гомеля, двухразовы чэмпіён Беларусі па спартыўным «Што, дзе, калі» і брэйн-рынгу, уладальнік «Крыштальнай савы» міжнароднай асацыяцыі клубаў «Што, дзе, калі» у намінацыі «Чалавек года» і лаўрэат прэміі імя Владзіміра Варашылава за ўклад у развіццё руху. Акрамя таго, ўжо 8-й сезон Леонід Клімовіч запрашае на інтэлектуальныя спаборніцтвы гледачоў тэлевіктарыны «Рудыт пятерка» на областным телебачанні. Гісторія гэтага чалавека – прыклад таго, як захапленне гульнёй стала професіяй і справай усяго жыцця. Когда я пришел в дворец впервые, то есть все говорят, что я счастливый человек, а вот мне радостно идти на работу утром и радостно идти вечером домой. Вот, собственно, счастье оно и есть. Ну, а то, что это счастье когда-нибудь принимают вот такие вот формы. Наверное, это нормально, это пора уже в мои-то годы. Так что спасибо тем людям, которые меня выдвигали, спасибо тем людям, которые меня утверждали. Я же понимаю, какая-то длинная и сложная бюрократическая цепочка. Вот так что спасибо всем, кто поддерживал, спасибо сейчас всем, кто звонит, поздравляет, спасибо. Гомельские переможцы конкурса «100 идей для Беларуси» провели сегодня пресс-конференцию у Белорусском державном университете транспорту. Молодые науковцы презентовали свои распрацовки и поделились секретами успеху. Подробности у Ганны Корольчук.
Сёлета у республиканском финале перемогли две распрацовки с Гомельской области. У номинации «Агропромысловые технологии и вытворчесть» лепшим стал проект по вытворчести ядомых шкляночек, які представили 4 студентки Белдута. Вытворчесть ядомого посуду – это, в первую очередь, экологичный проект, який пропонує альтернативу пластику. Дзяўчыны распрацавали два виды вырабов. Для гарачих напоев – кубки с теста, покрытые шоколадом. Для холодных – шкляночки из разнокалярового желе. Посуд-десерт каштует 2 рубля за штуку. И пераможцы конкурсу плануют працавать над снижением себе кошту. Хотелось бы, да, автоматизировать процесс создания наших стаканчиков, ведь делаем мы их сейчас вручную. Уже нашли даже автоматизированный станок, который будет делать эти стаканчики. Конечно же, все финансовые вопросы. Это... В дальнейшем хотелось бы расширить наш ассортимент. Это какие-либо вилки, может быть, тарелки, либо иная посуда съедобная. У медицинских технологиях вызначился студент Гомельского державного машинобудовничего колледжа Максим Кирьянов с проектом «Пальчатка-тренажер» для реабилитации после инсульту. Такая прилада сгинает и разгинает пальцы, когда человек еще не может ворушить рукой. Тренажер с компьютерным кированием имеет несколько режимов и запускается через специальную программу. Это пристосование больше компактное и танное, чем аналоги, которые сейчас используются в больницах. Со всеми комплектующими и системой кирования пальчатка каштует 50 белорусских рублей. Мы с помощью аппарата, такого как 3D-сканер, получаем полную, скажем так, электронный слепок руки. По нему мы формируем корпус перчатки, и по нему же мы расставляем электронику в правильном соотношении с нашими пальцами. После этого корпус печатается на 3D-принтере. Сейчас у нас есть, скажем так, большая помощь от университета Скорыны в этом плане, что они предоставляют свой 3D-принтер и свои материалы. Я довольно сильно надеюсь на грант, который вроде бы как я выиграл на конкурсе «100 изделий Беларуси» для покупки частного 3D-принтера уже в собственности. Авторы работ пераможцаў атрымалі ад беларускага інавацыйнага фонду гранты на развіццё праектаў у памеры больш як 1200 рублёў. Ганна Каральчук, Міхаіл Рабкоў, тэлерадыёкампанія Гомель. У отряде милицейского спецназа прошли квалификационные выпробования на право ношения черного берета. Это один из самых складанных испытов, и не выпадково бойцы, которые заслужили право носить черный берет, лечатся силовой элитой. Программа по сдаче нормативов включает два этапа. Первый – проверка уровня физической подготовки и навыков оказания первой медицинской допомоги. Другий – основный, включая марш-кидок по пересеченной местности, стрельбу и навучальный спарринг. А пошняя частка выпробования у самое складанное. После полной выкладки на полосе перешкод от бойцов потребуется трапность у стрельбе и железная вытримка. Спарринг – проверка не столько сил, сколько характеру будущей элиты милиции. Не выпадково, что миновито на этом этапе выбывает значная частка претендентов. Я считаю, что достаточно сложное. Мы уже практикуем третий год, и каждый раз требования какие-то изменяются, где-то упрощаются, ну а где-то в большей степени усиливаются. Ношение черного берета – это значит символ мужества сотрудника отряда милиции особого назначения, ну и отваги, потому что только в отрядах милиции особого назначения, как в настоящее время, так и в постсоветском пространстве, это символ ОМОНа и мужества. У Гомельском державном колледже мастерства у имя Соколовского отбылся концерт «Музыка для всех» с нагоды святкования 20-годия камерного оркестра этой установы. Музыканты представили творы разных эпох и жанров, как классичные, так и популярные композиции. Камерный оркестр Гомельского державного колледжа мастерства у имя Соколовского носит звание «Заслуженный аматорский коллектив Республики Беларусь». У его составе навученцы установы. Это лауреаты республиканских и международных конкурсов, а так само стипендии дыяты спецыяльнага фонду прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі. Заснавальнік аркестра і яго кіраўнік – выкладчык каледжа Александр Мазепін. Разам са сваімі вучнямі ён дае па 30 канцэртаў на год. У праграме толькі жывая музыка. Одним из отличительных черт является то, что вместе с учениками на сцену выходят и преподаватели. Вот, и ученик чувствует как бы и плечо, и партнерство, и то есть вот эта передача опыта, она не только в классе происходит, но и на сцене. На концертах нашего оркестра всегда очень много людей, и люди даже иногда подходят и говорят: «Большое вам спасибо, что мы для себя открыли такой замечательный коллектив, и когда у вас будут концерты, всегда нас приглашайте». Гэты, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры спортивный огляд. С новинами спорта у вас познайомить мой коллега Максим Савин.